Развитие, рост и успешность любой компании зависят от профессионализма ее сотрудников. Поэтому в УАО «Таттелеком» всегда большое внимание уделяется обучению и повышению квалификации всех категорий работников предприятия, в том числе начальников районных узлов электросвязи. Для них ежегодно проводятся обучающие семинары-тренинги, направленные на развитие управленческих навыков, умения стратегического планирования и формирования мотиваций. Начальники РОЭС, наверное, это самый разношерстный коллектив, вот в моем понимании, потому что они есть молодые, совсем новые есть люди. Те, которые в пожилом возрасте, им, конечно, сложнее воспринимать информацию, но не всем, опять же, да, то есть такие штампы нельзя ставить, что если человек там предпенсионный, то он уже не учится и не хочет. Нет, на самом деле не так. Важной составляющей таких семинаров для руководителей заключается в возможности неформального общения и обмена опытом с коллегами из других районных узлов электросвязи. Роль руководителя при руководстве, там, при приеме на работу, при собеседовании, очень полезная, я считаю. Потому что я сам тоже участвовал, почувствовал, как на работу принимать и как устраиваться. В общем, очень хорошо. Плох тот руководитель, который не стремится к физическому совершенству и не ведет здоровый образ жизни, так как достижение поставленных целей и задач невозможно без крепкого физического здоровья. Поэтому ни один семинар и тренинг не обходится без спортивных соревнований. В этом году в рамках семинара прошла спартакиада командира РОЭС. Он должен быть обязательно физически подготовлен и всесторонне развит. И поэтому вот эти соревнования немного как бы показывают способность нас, руководителей, вот к участию в соревнованиях и нашу активность.